Доброй ночи. Доброй ночи. Да. Меня зовут Александр. Я из Москвы. Саша, привет. Здрасте. Здрасте. Владимир, вы же род возле Киева. Как дела? Да вроде ничего. Вашими молитвами. Гитара есть у меня? Гитара есть? Гитары Саша, нет. Фортепиано есть. Гитара. У меня кум вас узнал, говорит, что у вас есть гитара. Вы играете, скорее всего, хорошие песни. Обманывает ваш человек частично, потому что я действительно играю, но я играю не на гитаре, я играю на фортепиано. Ну что же. Мой кум вас знает вне, вне вашего блога, да? Я не знаю. Если я кума увижу, мне самому интересно, ваш кум меня знает вне моего блога или внутри моего блога. Кум, появись в кадре. Привет, кум. Да-да-да. Привет-привет. Здравствуй, кум. Я пиздючок узнал такой... Очень такой красочный и все. Яркий, ну вот, видите. Да. Говорите, Выжгород? Я наслаждаюсь, да, да. Я слушал эти ваши такие блоговые такие, как музыкальные, я не знаю, как это правильно назвать, да? Но... Ну, да, скажем так. Очень талантливый человек. Спасибо вам большое. Да. А вам это скорее нравится или скорее нет? Потому что неоднозначная реакция. Я просто понимаю, что знаешь, мы вот сколько лет прожили там, ну, в разных странах, ага. Да, и нам чего-то не хватало, а вот музыка все-таки, она можно, больше можно соединяет. 10 секунд. Давай. Кто это? Это что? Мне интересно, да. Кто это такой? Вот объясните, да, человеку, кто это такой? Саша, я не хочу вас никак обидеть. Ни в коем случае, любую, да. Любую, сейчас скажи любую музыку. Вот любую музыку. Вам скажу. Любую музыку? Да, любую. Ну, кроме классики и рока. Лучше да, песню. Да. Песня, хорошо, музыка. Песня. Да, песня. Да. Есть... Только миг? Есть только миг, да. Да, есть. Если можно. Ну, хорошо. Смотри. Очень по наитию. Давайте. Давай. Саша. Сейчас. Сейчас будет облом. Сейчас вам нравится, а ваш друг скажет: блин, парень, нафига ты поешь, а? Ну, вообще же не твоя тема. Ничего никогда не скажу. Я не права. Ты шо? Ты... Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Но есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Ну, нормально? Спасибо. Да, вообще супер. Ну, прекрасно. Так давайте следующую песню. Сделаем с вами полноценный ролик. Потом скажите: мама, я в Ютубе. Полноценный ролик, тогда давайте что-то интересное. Вам было неинтересно? Возможно, сложное, Саш. Возможно, сложное. Татьяна для вас. Татьяна Овсиенко. Татьяна Овсиенко? Ну, сделайте что-нибудь такое хорошее. Возможно, джазовое. Джазовое? Давайте я вам, значит, я могу вам сделать и джазовое, но... Да. Но давайте перед тем, как я сделаю джазовое, если вы прям хотите, чтобы было сложно, чтобы прям было вах, да, я вам вот что сделаю. Это для вас сложное.
для меня джазовые. Вы хотите джаз? Какая у вас любимая джазовая тема? Ну, пусть будет. Да, пусть будет. Ладно. Ну, какая джазовая тема? Говорите, да. Владимиру, да. Пусть. Ну, я боюсь ошибиться. Ну, там, Армстронг. Ну, возможно, ваша любимая тема джазовая. Не, почему это? Хотите вы Луэра Армстронга? Не-не-не. Ваша любимая тема. Ваше произведение любимое. Именно джазовое, это, да? От зрителей. Вопрос от зрителей. Ну, мы на вас попали. Вопрос от зрителей. Знаете, да. Как поле чудес. Не-не, так не бывает. Хотите, чтобы я чем-то джазовое сыграл? Ну, и давайте из Армстронга. Да уж. Если вы хотели чуть-чуть джаза. Классно. Ну. Так что? Обожание, уважание. Спасибо. Продолжаем. Что дальше? Чтобы пальчики не болели, руки там, локти не скручивались. Все. Дай бог. Хенкель, русское поле. Роля, русское поле. Слушайте, не могу сказать, что я прям ее уверенно знаю, но сейчас, я думаю, вспомним. Русское поле. Это как... С Украины, я говорю. Я Хенкеля люблю просто. Да, слушайте, если песня хорошая, то какая разница, с какой она страны. Вот. Да. Абсолютно. Нет. Абсолютно правильно. Равно как и люди. Если они нормальные, то какая разница, с какой они страны. Поэтому сейчас только я хочу найти, да. Найти текст, найти песни. Поле. Поле. Русское поле, светит луна или падает снег, счастье и болью вместе с тобою, нет, не забыть тебя сердце. Как Лепс. Слушай, неправда, не помню я эту песню, прям вот... Точно. Пардон, извините. Не, ничего. Не, да я ее на самом деле, вы меня не перебили. Я правда ее плохо помню, так что вот сыграть. Че, похож на Лепса, да? Да, немножко начал такой Лепс. Лепс немножко похож на вас. Лепс. Григорий Викторович? Это вот так вот. Только крепко водки на столе. Саш, а что я знаю? А вы знаете, як тебе не любити, Києва мій? Ні, пан. Я правда не знаю. Ну, возможно... Ай, ладно. К сожалению. Да. Может, к лучшему, да? Нет, ну... Да нет, я украинские песни пою, как я знаю, просто я их эту не знаю.
Это был вопрос. Ну, вы герой своей страны. Это нет, слушайте, нет, герой не герой. Я могу что-нибудь спеть на украинском другое, но просто я эту песню не знаю. Вот в чем фишка. А что на украинском? А ну. Ну, «Червону руту» не будем спевать. Да не, ну... Уже спевалось. А что Александр знает на украинском? Слушайте, на украинском... Ну как, понимаете, что это будет немножко пародия на украинский язык. Я не являюсь его носителем, конечно, будет нафиг ошибок. Но что я более-менее так помню, это Александр Пономарев «Варта чини», «Океан Эльзы», «Я не сдамся без бою». Ну, может быть... Да? «Океан Эльзы»? Да, вообще супер. Правда, сейчас вы, наверное, ржать будете, как коня, от моего украинского. Ничего-ничего. Ну, поможем. Саш. А. Все разговаривают так, как разговаривают. У нас свобода. Да я не про это. Просто... Не, просто, мне кажется, это просто будет для вас смешно, мой украинский. А можно вопрос? Да, можно давай. Вопрос? А. Саш, вы играете? В смысле, играю. Каждую минуту вы сами играете? Ну вот, да, у меня тут... Просто я не могу поднять, да, конечно, но... Вот у меня тут фортепиано стоит, вот. Вот мой кум вас знает. Вас никогда... Я знаю, я стану вашим кумиром скоро. Да. Саш, ну, я очень рад вас встретить. Это взаимно. Я очень люблю талантливых. Не, насколько... У меня кум талантливый. Я по пиздочку узнал, говорю, блин, это... Мы скоро будем... Александр почти как майком. Да, скоро, скоро породнимся. Ну попробуем. Что ж сияние зумыв? Да. Да. Ваше здоровье. Что ж сияние зумыв? Запинается в часно. Все ясно. Земною тепер і не завжди пізно, не йди, не йди від мене. На-на-на-на-на-на. Я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Мою кров і п'яна і впала, твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є, ким би не була ти. Запинити себе сьогодні так той, без тебе сумою. Короче, все, дальше я поплыл. Надо было на первом куплете. Тормозите, не позориться. Саш, супер. Похоже? Саня. Похоже? Вообще по-сладкому. Просто пипец. Mm. Аж слезинка. А можно вас попросить вашу любимую песню, Саша? Вот не... вашу любимую песню. Их много. Да. Всего. Буквально 10 секунд, приделите внимание. И там, может, что-то от себя. Именно песню? Ну, может, по тексту. Или мелодии. Я люблю мелодичность. Мелодии? Давайте, у меня есть... Сейчас я вам сыграю одну композицию. Я, правда, ее очень люблю. Да. Вы поймете. Да. Давай. Thank you.
Класс. Класс, спасибо. Назовите произведение. Автор Александр Лосев. Посвящение называется, называется «Посвящение Эдуарду Артемьеву». Эдуарду Артемьеву? Посвящение, да. Автор Александр Лосев. Александр Лосев — это я. Нет, ну да, я понял. Эдуард Артемьев — это кто? Эдуард Артемьев? Ваш друг? Нет, это очень известный композитор. Наверное, один из последних. Вы дружите? Саш, у нас был вакуум. У нас был вакуум. Сейчас просто отвечу про Артемьева. Артемьев — это, наверное, последняя такая большая глыба, которая недавно ушла из жизни, но он уже в возрасте ушел. Он для всех фильмов практически Никиты Михалкова для большинства написал «Утомленное солнце», «Сибирский цирюльник» и всю эту историю. Это прям... Но это глыба. К сожалению, мне с ним не удалось не посотрудничать, не в подмастерье попасть, к сожалению. Да. Это блин, был, ну... Это был большой человек был. Вам творческих успехов. Спасибо. Блин, блин, ну это для меня вообще это... Спасибо, ребят. Я глубоко извиняюсь, я очень редко... Ну, я второй раз сейчас в рулетке. Скажу честно. Вот. А кум первый раз. Ты запоминай. У меня кум модельер. Он такой же пиджачок пошьет. Ему можно в пиджачках сидеть. Ну, такой... Ну, красивый. Вот такой могу. Не, это, видимо, у вас лен, да? Из льна? Лен. Лен, да. Очень. На лето... Очень лен. На лето самое то. Саш, очень. Это цыганский лен. Он такой дешевый, тоненький. Он потеет. Ромалы. Ой, да не будите. И нисколько... Такой цыганский романс. И нисколько мы с тобой не постарели. Только головы немного побелели. От кружатия твою свою метель. Чат рулетку дорогую. Вот так. Вообще. Саша, дай бог здоровья вашей жене. Ну, мне пока жены еще нету. Поэтому, возможно... Нету. Так и пока нет, да? Ну, я работаю над этим. Вышивает. Что? Пиджаки кто вышивает? Ну, я вот дома по ночам крестиком сижу, вышиваю перед сном каждый раз. Так не бывает на свете. Ну, чё ты? Так не бывает на свете. Ну, как, ну, покупаю в магазинах там разных, не знаю, кто мне выживает. Понятно, что... Китайский. Китайский, да. В китайских магазинах сижу и покупаю, да. Вот. Хорошие мужики, добрые. Это приятно. Саш, вот за 4 години, хвилин. За 4 часа общения нам попался интересный человек. Мы ищем, не вставляйте это, пожалуйста. Вы просто, нет, я понял, кого вы ищете, можете даже не говорить. Я понял, кого вы ищете, и не так много адекватных людей вы хотели мне сказать, правильно? Нет, вот. Есть. Нет. Мы все пока не нашли. Да. Четыре часа ни одного неадекватного русского. Мне это приятно, слушайте, мне это приятно. Вот. Да, блядь, мне неприятно, я ищу. Ну что я хочу сказать? Тогда Бог вам в помощь. Бог вам в помощь. Саша, если он нам поможет, то я его не увижу. Саша. Коллеги. Ну для меня это... Я тебя смотрю. Ну все, YouTube. Скоро себя увидите. Общение доброе, приятное. Мамочка моя. Маме будет приятно. По пиджачку, что мне пиджачок такой надо, что вот дальше мне было. А можно для мамы? Давай, давайте. Что для мамы? Привет.
Давайте. Давай. Мама. Дорога моя мама, да? Да. Да. Чего-чего? Да. Не расслышал последнюю фразу. Это его мама. Повторите, пожалуйста, просто не слышно было. Я говорю, дорогая моя мама, Людмила Григорьевна. Да. 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 Дорогая моя мама, Людмила Григорьевна, да. Что бы там в жизни ни происходило, ну, жизнь, она течет, да. Где-то есть колючка, где-то есть веточка, где-то есть листочек, где-то есть розочка. Где-то да, есть поэтому... сыночек. Да. А где-то да, есть где-то мамуля. Где-то есть внучечки. Ну, красивые, все. То есть, не, у меня мама боевая, у нее папа слушай, был военный, муж был военный. Слушай, как... давайте, друзья, вот, давайте, пускай я хоть безалкогольный, тем не менее, пускай наши мамы будут здоровы. Они, мы всегда для них останемся детьми, вне зависимости от того, сколько нам лет. Мы постараемся их не огорчать, хоть это не всегда возможно, но мы их любим. И дай бог им долгих лет жизни. Да. Ваше здоровье. И здоровье ваших мам. За здоровье всех мам. Да. Вот. Саша, у вас мама жива? Да, слава богу. Да. Как ее зовут? Галина, как зовут? Галина Ефимовна. Галина Ефимовна, ой. Галиме... У меня Людмила Григорьевна. Ефимовне... У меня Людмила Григорьевна. Мне Вера Григорьевна. Вера есть... Григорьевна. Вера Григорьевна, да. Сань. Есть мамы и папы. Да, папы это которые... слабосилы. Папы слабосилы. Ну что там, мне... Ну слабосилы, потому что... Два метра, блядь, там... Да, ну... Лоботюры, там падает просто пыль в бетон. Знаете, здесь есть такая песня, которую очень классно вспомнил. Папы, мамы не умирают, они засыпают, но лишь на миг, чтобы однажды на-на-на-на-на-на. Сейчас я спою, подожди, прям и песню. Я хочу песню просто петь. Мамы. Прям. Это что-то был Алла Пугачева там или не, Филипп? Не. Сейчас. Мамы, папы не умирают, они засыпают, но лишь на миг, чтобы проснуться под утро. Да. Обожание и уважение. Да. Спасибо, друзья.
Будем здоровы. Саш, ангела-хранителя, пусть... Вот всем нам. Такие, да, такие вот замечательно. Моменты, да. В небе ночном, на исходе лета, про ангела-хранителя песня, ярких жемчужин рог, не покидай, сотканы из света, ангел-хранитель мой, ангел-хранитель мой. Паш, да. Супер, вообще. Спасибо. Вы супер. Мы завтра ты супер. В таких же пиджачках? Нет, ну не в таких же. Не-не, у меня есть знакомый модельер, он мне сделает. Нет, ну минимум тыжный. Да. Минимум тыжный. Минимум тыжный. В мене є два брата. Так. У меня есть два брата. Один родной, Александр, ваше имя. Вот, сейчас в Франции. Во Франции, находится. Да. А второй Дмитрий, это мой брат. Нет, це я кум. Це я кум. Ты мой брат. Цум, як брат. Кум, цум. Кум, я як брат. Нет, цум это сум, а кум да, это... Да, а кум это кум, да. Все переплетено. Саш, очень приятно было встретить. Взаимно, друзья. Россиян, нам очень не повезло с вами. Извините, мы... Без политики. Мы должны вам отказать. Вы очень неагрессивный. Вы не подходите нам. Да, мы слабое звено. Прощайте. Переключайтесь. До свидания, ребят. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока, ребят. Ну, извините, ну не агрессивный я. Добрый человек, да.